Вижу, старая колода. Улей холодный. Наверное, на сосне где-то стоял или на дубу. Да упала. Вот. Можно закрыть эту колоду. Ого, тяжелая. Где-то она. Вон еще одна вверху. Или кто-то сбросил. Или ставить, что ли, собрались. Но уже колода старая такая. Чопики забиты. Можно сделать, да на дерево поднять. Если никому не надо. Пчел не видно, уже старые, открытые стоят. Ладно, пойдем. Это с этого дуба упала. Колода такая. Это вот дырку прогрызла что-то. Наверное, или куница, или мыши. Что-то лазило. Интересное место. Сюда я что не ходил никогда. Дубы такие толстые. Сосна, наверное, метр диаметра, если не больше. Старая подсочка. Ну вот старые подсочки стояли. Ну и год около 200 будет. Ой, лет 200 этой сосне. Ну все крепкая такая. Если бы не подсочка, то совсем. Вон видно. Крона. Мощно. Рядом вот дерево. Вроде вяз рядом. Или что? Или дуб? Вообще-то дубы. Пришли к болоту опять.
кабаны ходили. Я думал, уже вымерли все. Уже, наверное, опять разводятся. Покопали все. Кленовая роща, клены, везде клен. Ладно, пойдем.
кроты. Thank you.
вернулись мы к исходному пути. Будем уже на этом заканчивать. Это уже возле дороги машины. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. До свидания.